Да, кстати, еще, ребята, никогда не заряжайте аккумулятор, тем более новый, не открутив вот эти крышки. Я не знаю, каким образом у меня это получилось. Короче, вот результат. Новый аккумулятор, ему год. Вот так вот бомбанул. Вот эта пробка и вот эта пробка. Я, короче, пилил вот как раз вот эти грабли и как бомбануло. Вот, ну и с этой стороны. Я уже вылил здесь электрод. Или, по сути дела, вот эти, наверное, было мне нужно открывать. Давление, короче, набралось и... Я пиздануло. Производителю никаких претензий. Это моя глупость. Во. Вот теперь стоит. Ждет своего часа. Вот этот глазок, короче, был вот так вот. Но, зараза, заряжен. Там жидкости сейчас нету.